Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Велосипед движется равномерно со скоростью 12 км в час. Напишите формулу, выражающую зависимость пройденного пути S в километрах от времени движения T в часах. Является ли эта зависимость прямой пропорциональностью? Вначале вспомним определение прямой пропорциональности. Прямой пропорциональностью называется функция, которую можно задать формулой вида. Y равняется kx. X независимая переменная. K неравное нулю число. Путь, мы знаем, определяется по формуле произведения скорости на время. Соответственно, 12 мы умножим на t. График идентичен графику и уравнению прямой пропорциональности. Формула та же, значит, эта формула прямая пропорциональность.